нам необходимо именно понять четкий посыл, который был дан президентом на основании обращения граждан именно к нему, потому что президент является сегодня гарантом Конституции и, так сказать, высшим должностным лицом Российской Федерации, который подписывает указ о присвоении гражданства. И поэтому количество обращений и пожеланий оно действительно было большим. Отсюда и тогда родилась эта программа после распада Советского Союза, и имелось в виду возвращение и упрощенный порядок получения гражданства людям, которые имеют исторические корни в России. Те, которые, ну, может быть, даже и уехали после революции 17 года, те, которые остались в других республиках после распада Советского Союза, после 91 года, те, которые работали, ну, может быть, на больших всесоюзных стройках. И вот этот формат нам понятен. То есть мы ровно в этом формате и сами мыслим, и стараемся работать. Но сейчас, когда, на наш взгляд, на местах, ну, в том числе у нас, происходит, так сказать, там, иная трактовка и как бы попытки под вот эти вот законодательные решения провести совершенно иного характера граждан, то мы, в общем, для этого сейчас приняли решение проанализировать опыт последних 3 лет, что за граждане получили наше гражданство по этой программе переселения, что за специальности, потому что мы для себя эту программу делим на 2 части. Есть люди, которые хотят вернуться, но они уже на пенсионном возрасте находятся. И для них может быть желание пожить на территории, исторической территории их родителей, дедушек, бабушек. Слушайте, мы только за 2 руками, потому что это наши граждане, наши люди, и мы только будем рады, чтобы они приехали. Вторая категория – это их дети или молодежь, которая, значит, работала и хотела бы вернуться. Это, как правило, русскоговорящие граждане с нашим менталитетом, с нашей культурой, с корнями на территории России. Поэтому эти граждане, если вы обратили внимание, их в нашем показателях более 80%, там, ну, более 70% в один год, в 2018 было 80%. Поэтому нам очень важно, чтобы вот под этой маркой к нам не попадали люди, которые должны пользоваться другим законодательством о трудовых мигрантах. И вот тут очень важно, чтобы не было подмены понятий, так сказать, там, удачно женился, нашел какое-то техническое решение, оформил взаимоотношения и получил гражданство по программе переселения соотечественников. Это не программа переселения соотечественников, это, так сказать, другой режим законодательства, который должен регулировать эти правоотношения. Поэтому, исходя из того, что нам правительство Российской Федерации установило квоту в 7 тысяч человек на 6 лет, мы хотели бы, может быть, даже более активно подключиться и посмотреть на территории бывшего Советского Союза, кого бы можно было бы пригласить из действительно настоящих переселенцев, соотечественников, которые нам были бы близки по культуре, по духу, по корням, по традициям. Те люди, которым мы, и глава муниципальных образований, предоставили бы и инфраструктуру, и рабочие места. Тем более у нас количество рабочих мест значительно превышает объем выделенных квот. Поэтому нам это сегодня достаточно актуально.